страшно. Скільки вас багато? Я не знаю, чи я зможу. Більше 150. Більше 150. Саме з Азовсталі, так. Саме з Азовсталі – це діти і жінки. Я вже казала, декілька сотень. І не потрібно думати, що там лише батальйон Азов і так далі. Ні, там є різні і прикордонники, і жінки в тому числі. Я ще раз кажу, ми не змогли всіх підняти з-під завалів і казали про те, що нам потрібно ще день або два для проведення спецоперацій. Але зараз ми завершили перший етап і відразу ж переходимо до другого. Ми не залишимо жодного, хто хоче і може врятуватися. Ми дамо всім шанс, бо ми розуміємо, що це наша з вами спільна відповідальність. Говорят, что оставались еще там люди, около 200 человек, но это я не могу точно сказать, потому что мы были в бункере, и мы никого не видели, мы сидели там не выходя. Была проверка очень серьезная, нас раздевали, проверяли шрамы, татуировки, заглядывали и в трусы женщинам заглядывали, проверяли все рюкзаки полностью, все разворачивали, проверяли все телефоны, все переписки читали, все-все-все просмотрели у женщин, у которых были связаны какие-то знакомые, военные, полиция, им угрожали, говорили, что их найдут, обещали присылать головы мужей в коробках. Это, если честно, это... Где-то, наверное, в середине марта кольцо стало сужаться в Мариуполе, и потом уже понятно было, что оно сузится именно на Азовстали. Ну, я лично так думала, что именно на Азовстали, и так оно и получилось. Потом все именно с моря, с воздуха, все прилетало именно в завод. Тяжелое оружие очень, там тонны, трехтонные бомбы. Погибшие лежат на Шлаковой горе в заводе. И ждут, пока вывезут погибших раненых. Там очень много раненых. Мы просим всех, кого можно, чтобы только вывезли. Всех оттуда раненых, погибших, военных, живых наших. Я не знала, какое бомбоубежище, что оно из себя представляет. Но я знала, что в бомбоубежище есть вода. А в городе уже воду было очень трудно достать. И я говорю своей семье, побежали на завод, там хотя бы есть вода. Мы хотя бы, я знаю, что человек без воды трое суток, и он умрет. И мы побежали просто потому, что там была вода. 30 и 10 детей. Ну, одна 17-летняя, если она считается как ребенок. А так все. А самый маленький год и 6. Там спасались от авианалетов, грады. Это были постоянные, с кораблей постоянно стреляли. Это были постоянные обстрелы. Никто, ни один военный нас не удерживал насильно.